связь. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритям нарам чайва наротамам дайвим сарасватим вьясам тато чаямудхират. Наста праешу вападрешу нитям бхагавата севая бхагавати уттама шлоке бхактир бхавати наштике. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 14. Text number 30. Мы читаем Шримад Бхагаватам, первая песня, 14 глава, стих 30. Праджумна сарва вришни нам. Сукам асте махарата. Гамбира райо нирруда. Вардате Бхагаван Утта. So you can read the Okay, thank you. Как поживает Прадюмна, великий военачальник из семьи Вришни? Счастлив ли он? Счастлив ли Анирудха, полная экспансия личности Бога? Комментарий его божественной милости Ачеба Активиданта с вами Шрила Прабхупады. Прадюмна и Анирудха – экспансия личности Бога, и потому они тоже относятся к Вишну-таттвам. В Двараке Господь Васудева занят трансцендентными играми вместе со своими полными экспансиями Санкаршаной, Прадюмной и Анирудхой, и каждого из них можно называть личностью Бога, как в этом стихе говорится об Анирудхе. I finished to read the verse 30. Om Magyana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Unmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhubhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So I think it's Maharaj Yudhisthira is talking to Arjuna. Arjuna has come back from Dwarka. Махарадж Юдхиштхира разговаривает с Арджуной, и Арджуна вернулся из Двараки только что. So Arjuna had gone off to Dwarka to associate with Lord Krishna and to be with all the other devotees there in Dwarka. Арджуна вернулся из Двараки общаться с Господом Кришной. And Arjuna, naturally being a very dear devotee of Lord Krishna, an intimate friend of Krishna, he was concerned to be with Lord Krishna, and to be with the Pandavas. They were very intimately connected to each other. И Арджуна, он был очень близкий спутник, друг Господа Кришны. Они были очень тесно связаны друг с другом и с Пандавами. So Arjuna came back after a long time, and Maharaj Yudhisthira had many questions for him. И Арджуна, он вернулся из своего путешествия, да, и из своего долгого путешествия, и Махараджа Юдхиштхира, у него было много вопросов к Арджуне. Maharaj Yudhisthira could sense that something is not right, that there's some very inauspicious things happening. И Махарадж Юдхиштхира мог чувствовать, что что-то не так, что какие-то неблагоприятные предзнаменования начали приходить. There were many different inauspicious omens observed by Maharaj Yudhisthira. И Махарадж Юдхиштхира, он видел какие-то неблагоприятные знамения. So when Arjuna came back,
Then Maharaj Yudhisthira is questioning him about the different devotees who live there in Dwarka. И когда Арджуна вернулся, то Махарадж Юдхиштхира спрашивал у него о разных преданных, которые живут в Двараке. So here in the verse today, he's asking about Aniruddha and also Pradyumna. И в сегодняшнем нашем стихе спрашивается об Анирудхе и о Прадьюмне. So Srila Prabhupada in the purport, he tells us how both Aniruddha and Pradyumna are Vishnu Tattva. И в комментарии Шрила Прабхупада объясняет нам, что Анирудха и Прадьюмна являются вишну-таттвами. So Vishnu-таттва means they're on the level of the Supreme Personality of Godhead. И вишну-таттва значит, что они находятся на одном уровне с Верховной Личностью Бога. The Supreme Lord has many different expansions. У Верховного Господа есть много различных экспансий. It's mentioned in the Brahma Samhita, how как... he has ananta rup, meaning countless different forms. Как упоминается в Брахма Самхите, что у него есть бесчисленное множество различных форм. So the Lord expands himself first of all as Lord Balaram. And then from Lord Balaram comes Sankarshan. И Господь распространяет себя сначала в Балараму, а потом из Баларамы исходит Санкаршана. And then along with Sankarshan comes also Vasudeva and Pradyumna and Aniruddha. И вместе с Санкаршаной идет Васудева, Прадьюмна и Анирудха. So devotees take great pleasure in hearing about these different forms of the Lord, and they also come into Krishna's pastimes when Krishna appeared here 5,000 years ago. И преданные не чувствуют большую радость, слыша об играх различных форм Господа, и также эти формы участвуют в играх Кришны, когда Он приходил 5,000 лет назад. Not only did they come 5,000 years ago, but Vasudev, Sankarshan, Aniruddha, and Pradyumna, they make up what is called the Chaturvyuha, the four different forms of the Lord in the spiritual world. И Васудева, Прадьюмна, Анирудха, они составляют Чатурвьюху, которые являются вечными формами Господа. And these Chaturvyuha personalities, they have different functions in which they perform in the spiritual world. И в духовном... They come also in the material world. И в духовном мире эта Чатурвьюха, она исполняет различные, разные функции, и также в материальном мире, когда они спускаются сюда, приходят. So we know how Pradyumna came, he was born as the eldest son of Lord Krishna and Rukmini. И мы знаем, как пришел Прадьюмна, он родился как старший сын Кришны и Рукмини. And then Pradyumna's son, his first eldest son was Aniruddha. И первый сын Прадьюмны, самый старший, был Анирудха. So these two personalities, Pradyumna, Aniruddha, along with Vasudev and Sankarshan, they came in the Treta Yuga. Vasudev became Lord Ramachandra. И Прадьюмна и Анирудха вместе с Санкаршаной, sorry, please, I'm a bit confused with the names. Прадьюмна and Aniruddha. Прадьюмна и Анирудха. Васудев и Санкаршан. Васудева и Санкаршана, да. Васудев came in the Treta Yuga as Lord Ramachandra. Васудева в Трета-югу приходил как Господь Рамачандра. And at that time Sankarshan came as Lakshman. И Санкаршан пришел как Лакшман.
I know Lord Rama had two other brothers, Bharat and Shatrughna. И у Господ... Prajumna and Aniruddha. И Барата и Шатрудна, братья Рамачандра, они являются Прадюмной и Анирудхой. So they're always Vishnu Tattva. They're the supreme personality of Godhead. И они являются Вишну Таттва, верховной личности Бога. Just like Lord Balaram, he is none different from Sankarshan. Так же, как Господь Баларама, он не отличен от Санкаршаны. So the four members of the Chaturvyuha, they are all Vishnu Tattva, they're not ordinary people. И вот те, кто составляют эту Чатурвьюху, они являются Вишну Таттвой. Они не обычные живые существа, не обычные люди, да. So Lord Ramachandra, he would always associate with Lakshman. Vasudev, who is Sankarshan. So Sankarshan he's always there to give service to the Supreme Lord Vasudev. И Господь Рамачандра все время находился вместе с Лакшманом, который является Санкаршаной, вечным слугой Господа. So, although one is the Supreme Lord, although Lord Ramachandra is the Supreme Lord, and his three brothers are also the Supreme Lord, still they have the mood of being the servant of the Supreme. И Господь Рамачандра, он является Верховным Господом, и его трое братьев также являются как бы Господом, да, но они входят в настроение слуг. There's no envy between them. Между ними нет никакой зависти, злости. They're happy to see Lord Ramachandra assume the supreme position, and they're happy to be his servant. Они счастливы видеть, как Господь Рамачандра занимает верховное положение, и они счастливы служить ему. Just like Lakshman was serving Lord Ramachandra without any feeling of inferiority or envy. Точно так же, как Лакшман, он был счастлив служить Господу Раме, не чувствуя при этом себя как-то униженным или какой-то зависти. In the same way we see how Lord Balaram was serving Lord Krishna. Точно так же мы видим, как Господь Баларама служил Господу Кришне. But Lord Balaram is also the Supreme Lord. He's also the Supreme Personality of Godhead. Ну и при этом Господь Баларам, он также является Верховной Личностью Бога. But the in Kali Yuga, Lord Ramachandra, Lord Krishna, they become Sri Chaitanya Mahaprabhu. Но в Кали-югу Господь Кришна приходит как Шри Чайтанья Махапрабху. And Lord Balarama becomes Lord Nityananda. И Господь Баларама приходит как Господь Нитьянанда. And Lord Nityananda is always serving Lord Chaitanya. И Господь Нитьянанда всегда служит Господу Чайтанье. Lord Nityananda is happy to be the servant of Lord Chaitanya. И Господь Нитинанда, он счастлив, служа Господу Чайтанье. So there's no bad feeling, there's no competition between one and another. Здесь нет никаких плохих чувств или какого-то духа соревнования между ними. Rather, there's a mood of perfect cooperation and harmony. Там существует совершенный дух взаимодействия и гармонии. So that is the spiritual world. That is
the mood in the spiritual world. There's always peace and harmony. Таков дух духовного мира, там всегда царит умиротворение и гармония. In the material world, there's always conflict. Но в материальном же мире всегда существует конфликт. And we see the different pastimes of Prajumna and Aniruddha, how they establish their position as being non-different from the Supreme Lord. И мы видим различные лилы, Прадюмны и Нирудхи, как они устанавливают свое положение Верховного Господа. Ну, где они проявляют себя как Верховный Господь. Lord Ramachandra and Lakshman, they went into exile along with Lord Ramachandra's wife Sita. Господь Рамачандра и Лакшман, они были отсланы в ссылку, в изгнание вместе с супругой Господа Рамы Ситой. And Lakshman was giving wonderful service to both Sita and Rama. И Лакшман оказывал чудесное служение Сите и Раме. So that is the nature of the spiritual world. It's the complete opposite to the material world. И такова природа духовного мира, она полностью противоречит духу материального мира. Люди могут быть счастливы, просто находясь в положении слуги. And we see also how they enjoy Prajumna and Aniruddha, they also enjoyed, just like the Supreme Lord. Мы видим, как Прадюмна и Нирудха, они также наслаждались, как Верховный Господь. There's the amazing pastime of Aniruddha, how he was kidnapped from Dwarka. Мы можем видеть замечательные лилы, да, Нирудхи, как он был украден из Двараки, похищен из Двараки. One person named Chitraleka came to Dwarka. Одна такая личность, как Читралекха, пришел в Двараку. Это она, извините. И она пришла ночью. So, Chitralekha came to Dwarka and she kidnapped Aniruddha and brought him back to a place where she was living with the daughter of Banasura. И Читралекха пришла в Двараку и выкрала Анирудху к себе в, как бы, дворец, где она жила вместе с дочкой Банасуры. So this daughter of Banasura was called Usha. И дочку Банасуры звали Уша. So Usha was staying with this other lady, Chitralekha. She was staying in the company of other ladies, so they knew each other very well. И Уша жила с Читралекхой, и также там жили другие еще женщины, и они очень себя прекрасно чувствовали в компании друг друга. So one night it happened that Usha, while she was sleeping, she had a dream. И однажды ночью Уша, пока Мисина спала, она увидела сон. And in her dream, she saw this young man. И в своем сне она увидела молодого парня. And in her dream, she was being embraced by this young man. И в своем сне ее обнимал этот молодой мужчина. So in her dream, she began to talk to the young man with very sweet words. И в этом сне она начала разговаривать очень такими теплыми речами с этим молодым парнем. And the girl who she was staying with heard her talk. I couldn't recognize the word. The lady who was staying there with Usha, there was another lady who was staying with the When Usha began to talk to herself, Chitralekha could hear everything.
Да, и Читралекха, эта женщина, девушка, которая с ней находилась, да, она услышала этот разговор во сне, уши. And Chitralekha could understand that this girl, that Usha, was having a dream about a young man. И Читралекха, она поняла, что Уши приснился молодой парень. But Usha herself was not married yet. Но Уша еще не была замужем. And she'd never had any affairs with any men. У нее никогда не было никаких отношений с каким-либо мужчиной. But somehow in her dream she was having an affair with this young man. Но в ее же сне у нее были какие-то отношения с молодым парнем. So the people, when Usha had the dream, then Chitralekha, her friend, she questioned her about who is this man you're dreaming about. И Читралекха спросила у нее, кто этот парень, о котором, кто тебе приснился. So Usha said, I don't know, but he was very handsome young man. Уша сказала, я не знаю, но он был очень симпатичный молодой парень. So this other lady, Chitralekha, she had mystic powers, and she was able to draw pictures of different men. И у Читралекха обладала мистическими способностями, она могла рисовать различные портреты разных людей. And she drew pictures of different demigods, and she showed them to Usha. Usha said, no, it's not this man, no, this is not the man. И Читралекха, она рисовала различные изображения полубогов и спрашивала у Уши, это он? И Уша говорил, нет, это не он. And then she drew pictures of different kings, different regions of the universe. И она затем рисовала различных царей из разных регионов Вселенной, из разных уголков Вселенной. And after she'd been drawing pictures of many different young men, at one point she came to the Yadu dynasty, to the kings of the Yadu dynasty. И после того, как она нарисовала различных царей, она подошла к царям династии Яду. So she drew a picture of Lord Krishna, but Usha said, well, no, that this is not the man in my dream, but he's not very different from this man. И когда Читралекха нарисовала Кришну из династии Яду, то Уша сказала, ну нет, это не он, но он не сильно, тот не сильно отличался от Кришны. So then Читралекха, the artist, she drew another picture, this time the son of Krishna, she drew the picture of Prajumna. И затем Читралекха нарисовала сына Кришны, она нарисовала Прадюмну. So it was quite a shock for the different people there to see these pictures of the different men. They were surprised. И ну все были очень удивлены увидеть эти изображения. So when she drew the picture of Lord Krishna's son Prajumna, then Usha was a little bit embarrassed. И когда она нарисовала изображение Прадюмны, сына Кришны, то Уша, она начала стесняться. But she said, no, actually this is not the man who was in my dream, but it's very like him. Ну, она сказала, что это не тот, кто был в моем сне, но он очень похож. So then Usha drew the picture of the son of Prajumna, which was Aniruddha. И потом она нарисовала изображение Анирудхи, который был сыном Прадюмны. And then Usha bowed her head and she blushed all red and she said, yes, this was a man in my dream. И затем Уша, она поклонилась, и она покраснела и сказала, что да, это был парень из моего сна. So then Chitralekha, who was a friend of Usha, she said, all right, I will go and bring him to you. И Читралекха, которая была подруга Кришны, она сказала, хорошо, я пойду и доставлю его к тебе.
So Chitraleka had mystic powers. She could fly in the sky. И у Читралека обладала мистическими способностями, она могла передвигаться по воздуху, летать. So she was able to fly to Dwarka. И она and смогла. She entered into the palace where Aniruddha was resting. И Читралекха, она полетела в Двараку, там, где, в дворец, где жил Анирудха. By the arrangement of Yoga Maya, Chitraleka was able to enter into the palace. И Йога Майя все так устроила, что Читралекха смогла войти в дворец. Actually, the palace, all the palaces of Lord Krishna were very well protected. The security was very good. Но на самом деле все дворцы Господа Кришны, они были очень хорошо защищены, и стража была очень хорошая. But the security was very good. It was arranged, however, that Usha, because she is not Usha, but Usha's friend, Chitraleka, it was arranged that Chitraleka could come in to the palace. Но Йога Майя все так устроила, что Читралекха, она смогла войти в этот дворец. And she was able to find the room in which Aniruddha was resting. И она смогла найти комнату, где отдыхала Анирудха. So Chitraleka brought Aniruddha while he was still asleep. She brought him to the palace where Usha was staying. И пока Анирудха спал, она перенесла его во дворец, где Уша жила. Usha was the daughter of Banasura, who was a powerful demon. И Уша была дочкой Банасуры, который был очень могущественный демон. And Banasura would not allow his daughter to mix with any other men, with any men. She stayed in the palace. She had their own palace area where she stayed with other ladies, and there were no men there. И Банасура никогда не разрешал Уши находиться в обществе каких-либо мужчин. Она всегда жила в своем дворце в окружении женщин. He wanted to protect the chastity of his daughter, even though he was a demon. Несмотря на то, что он был демон, он хотел сохранить целомудрие своей дочки. We often see that, that even somebody may be very materialistic and very sinful, but still he's very concerned that his daughter should be chaste. Мы можем такое заметить, что кто-то может быть очень демоничный и греховный, но он все же очень обеспокоен тем, чтобы его дочка сохранила целомудрие. So Banasura had this special area where Usha was staying with other ladies, and no men were allowed in there. И Банасура была такая особая территория, где жила Уша с другими женщинами, и никакой мужчина не мог там находиться. But Chitraleka, she brought Aniruddha in there to be with Usha. Но Читралекха, она смогла перенести Анирудху, чтобы тот был с Ушей. So Aniruddha, when he came, became, he woke up and he saw himself in the company of this very beautiful young woman. Когда Анирудха проснулся, он обнаружил себя в обществе очень красивой молодой девушки. And naturally they became very good friends and they enjoyed together for some time. И они, естественно, стали очень хорошими друзьями, они наслаждались, находясь в обществе друг друга какое-то время. Nobody knew. Aniruddha was staying there with this young woman, Usha, and nobody knew. Никто не знал, когда Анирудха находился с этой молодой девушкой Ушей. And after some time, the one woman who was a servant there, she could see that there was some change in
Usha. И одна женщина, которая находилась с Ушей, она могла увидеть изменения в ней. She could understand that she is not the young virgin girl anymore. Она, ну, могла увидеть, что Уша больше не является той же, как бы, целомудренной девушкой, как раньше. So this was actually, you could say this was Madhurya Rasa by Aniruddha. И мы можем увидеть, что это была такая Мадхурья Раса с Анирудхой. And just like Lord Krishna enjoys Madhurya Rasa, and he enjoys the Madhurya Rasa outside of marriage more than in marriage. Это точно так же, как Господь Кришна наслаждается Мадхурья Расой вне брака, даже испытывая больше наслаждения, чем в браке. So in the same way we see Anirudh also having some Madhurya Rasa here with this young lady Usha. Точно так же Анирудха наслаждался этой Мадхурья Расой, находясь вместе с молодой девушкой Ушей. So when the servant saw that the change in Usha, then she informed the father. She told her father that you should take care of your daughter. Something is going on. Когда женщина увидела эти изменения в уши, она сказала это ее отцу и сказала, что ты должен о ней позаботиться, о своей дочке. So Banasura was surprised, but when he came there, and he saw his daughter in the arms of Aniruddha. Когда он пришел, он увидел, он был очень удивлен, и когда он пришел, он увидел свою дочку, находящуюся в объятиях Анирудхи. So he was shocked to see his daughter, that she'd already having an affair with a man without marriage. Он был просто в шоке, когда он увидел, что у Уши есть какие-то отношения, да, с другим парнем вне брака. So immediately he wanted to arrest this young man. И он мгновенно захотел просто взять под стражу этого молодого парня. But Aniruddha is like Lord Krishna. He has also the opulences of Lord Krishna. И Анирудха точно так же, как Господь Кришна, обладает всеми достояниями Кришны. Just as Lord Krishna is Bhagavan, so Aniruddha is also, he has similar qualities to Lord Krishna. И точно так же, как Кришна является Бхагаваном, Анирудха обладает также всеми качествами Бхагавана. So that they had a great fight. The army of Banasura all came to attack Anirudh. И была великая битва. Армия Банасуры, она начала наступать на Анирудху. But this Anirudh, he put on a great battle with Banasura. И Анирудха вступил в великую битву с Банасурой. And Banasura was impressed. He could see this young man is very powerful. He's a great kshatriya. И Банасура был очень сильно сбит с толку. Он видел, что Анирудха, он великий воин, он кшатрий. Now Bana was also a great kshatriya, and he was very powerful. И Банасура также был великим кшатрием, он был очень могущественный. He had 1,000 arms. У него было 1,000 arms, like arms, yeah? Yes. Yeah. У него было 1,000 рук. And because of all of his arms, he sometimes would want to break the mountains to pieces. И так как у него было 1,000 рук, иногда он хотел раскрошить вдребезги горы. Lord Shiva was very pleased with him, because he had played the drum very nicely for Lord Shiva. So Lord Shiva could dance in great ecstasy. И он смог удовлетворить Господу Шиву, так как танцевал для него и подыгрывал на барабане. И Господь Шива был в экстазе, танцевал. So Lord Shiva
was very grateful to him, and he offered Banasura a benediction. И Господь Шива был очень благодарен Банасуре, и он предложил ему свои благословения. So Banasura asked that Lord Shiva should come and protect his kingdom, and if ever any danger, Lord Shiva should fight on the side of on the side of Banasura. И Господь Шива сказал ему, что когда у меня будут какие-то трудности, то приходи и сражайся на моей стороне. So it happened that Banasura, he was able to defeat Anirudh and to arrest him. И так случилось, что Банасура, он смог победить, да, Анирудху и арестовать его. And he put Anirudh in his prison. И он закинул, как бы арестовал Анирудху и поместил в свою тюрьму его. So news of this was taken to Dwarka by Narada Muni. И эти новости были донесены в Двараку и рассказал это Нарада Муни. And when Narada Muni told Lord Krishna, then Lord Krishna ordered, then we will take the whole army, we will go there and we will fight and we will get Anirudha released. И Нарада Муни рассказал об этом Кришне, и когда Кришна узнал, он сказал, что мы будем сражаться и освободим Анирудху. So they had a great fight together. There was many different, all different sons of Shiva, Ganesh and Kartikeya, they came to fight along with Lord Shiva. И была большая битва, и Ганеш, Картикея, они сражались на стороне Господа Шивы. And Lord Krishna had come with all his son Pradyumna and other different people, all came, his friends, they'd all come to help him. И Кришна вместе со своим сыном Прадюмна и его друзьями, и также другими людьми, они все вместе сражались на стороне Кришны. So there was a great fight for a long time. Была очень длительная великая. Fighting Lord Krishna. И была очень великая битва, где Кришна сражался с Господом Шивой. So Lord Shiva, he is the dear devotee of Lord Krishna, but by the arrangement of the Lord for this pastime, he was fighting against Krishna. Господь Шива является великим преданным Господа Кришны, но так устроила Юга Майя, да, что Шива сражался против Кришны. Lord Shiva had his weapon, his ultimate weapon, Shiva Dwara, which burned everything. И у Господа Шивы было особое оружие, называлось Шива Двара, которое могла просто сжечь все. But Lord Vishnu's weapon, Lord Krishna's ultimate was the Vishnu Dwara that would freeze everything. Но у Господа Кришны была Вишну Двара оружие, которое могло все превратить в лед, ну все заморозить. So although Lord Shiva's weapon was trying to burn everything, Lord Vishnu's weapon was freezing everything. И когда Господь Шива пытался все сжечь, то оружие Господа Кришны все замораживало. So Lord Krishna's weapon came out victorious. И оружие Господа Кришны всегда побеждало. The cold of the Vishnu Dwara was putting out the heat of the Shiva Dwara. И, ну, как бы холод Вишну Двары всегда поглощал жар Шива Двары. So in this way, ultimately, Lord Shiva had to surrender to Lord Krishna. И в конце концов, Господь Шива, он предался Господу Кришне. But Banasura was still fighting, so Lord Krishna had to begin to cut off his arms. Но Банасура продолжал сражаться, и Кришна, он должен был отрубить все его руки. But Banasura is coming, he is the grandson of Prahlad Maharaj. No, not the grandson, but Banasura
Prahlad Maharaj has Prahlad Maharaj's grandson is Bali Maharaj, and Bali Maharaj's son, one of Bali Maharaj's sons, is Banasura. Bana is the oldest of Bali Maharaj's 100 sons. Банасура, он был самым старшим из сыновей Бали Махараджа. So, Lord Krishna promised he would not kill any of the descendants of Prahlad Maharaj. И Кришна, он пообещал, что он не убьет никого из тех, кто был в роду Прахлада Махараджа. Потомков Прахлада Махараджа. Because Банасура is a relative, a descendant of Prahlad Maharaj, Lord Krishna did not kill him. И так как Банасура, он был в роду Прахлады Махараджа, да, то он был потомок Прахлады Махараджа, и Кришна не убил его. But what he did do was he cut off his arms, and he left him with only 4 arms. И что же он сделал? Он обрезал все ему руки, оставив только 4. And he told him to go and stay with Lord Shiva. He said, you should always stay with Lord Shiva and be his associate. И он сказал ему, иди и находись все время с Господом Шивой, будь его спутником. So in this way, Банасура became humble because Lord Krishna had defeated him and cut off his arms. И таким образом Банасура стал смиренным, когда Кришна победил его и обрезал ему руки. And then it was arranged that Usha should be given to Aniruddha in marriage. И было так устроено, что Ушу отдали в жены Анирудхи. And they were taken by Lord Krishna, Usha and Aniruddha, along with a big dowry, they all went back to Dwarka. И Уша и Анирудха, они были отнесены вместе с их приданым в Двараку. So this is one pastime which is recounted there by Shukadeva Goswami and Srimad Bhagavatam. И такая вот история рассказывается о Шукадева Госвами и Шримад Бхагаватам. We can understand the transcendental position of Anirudh. И мы можем понять трансцендентное положение Анирудхи. That his pastime with Usha is Madhurya Rasa. И его лилы с Ушей являются в Мадхурья Расе, находятся в Мадхурья Расе. Initially they were not married, so they were enjoying the relationship without marriage. Later on they were married. И вначале они наслаждались отношениями, не находясь в браке, но затем они поженились. So Anirudh is one of the Chaturvyuha. He's also, his position is not different from that of Lord Balaram or any of the other Vishnu Tattvas. И Анирудха находится в Чатурвьюхе, и его положение также равно положению Господа Баларами в Вишну Татве. Вишну Татва means they're equal, they're one with Vishnu, but at the same time different. И Вишну Татва значит, что они находятся на одном уровне с Вишну, но они также отличаются от Вишну. Because that one supreme Lord expands in many different forms. Один Верховный Господь распространяет себя в различные формы. In Brahma Samhita it says, Ramadi Murtishu Kalani Aminatishtan Nanavatara Makarod Bhuvaneshakintu Krishna Swami, like that, it says that one Supreme Lord is expanding himself into many different forms. Как сказано в Брахме Самхите, что один Верховный Господь распространяет себя во множество форм. So Usha, Aniruddha, Prajumna, they're all Vishnu Tattva, and the tulsi leaves can be offered on their lotus feet. И Анирудха и Прадюмна не являются Вишну Таттва, и мы можем класть листья тулоси на их лотосные стопы.
They are one with the Supreme Personality of Godhead, Swayam Bhagavan Krishna, but at the same time they are different from him. Они являются, они находятся на одном уровне с Своим Бхагаваном Кришной, но одновременно они отличаются от Него. We see the Lord expands in many different ways to display different qualities. Мы можем видеть себя, как Господь распространяет себя в различной экспансии, да, и проявляет разные качества. As Lord Kapila, he teaches Sankhya Yoga, he teaches a philosophical system. Как Господь Капила, он обучает санки-йоги такой философской системе. And when he comes as Lord Parasuram, he's able to kill many different kshatriya races 21 times. И когда он приходит как Господь Парашураму, он убивает царей 21 раз. So he's displaying the quality of chivalry, his valor, his great strength. Он проявляет качество рыцарства, такой силы огромной. And when he comes, Lord Balaram, he's showing also his strength, as well as his very attractive features, his beauty. И когда он приходит, как Господь Баларама, он проявляет свои привлекательные качества, свою красоту. So try to understand how that one Supreme Lord appears in so many different ways, in so many different places, to display so many different features of that one Supreme Lord. Попытайтесь понять, как Верховный Господь появляется в различных местах, распространяет себя в разные экспансии, чтобы... Sorry, I couldn't catch that he expands himself in different forms and qualities. Please, could you repeat for... Different places? Да. In different ways? Mm-hmm. He displays different qualities. Да, в различных местах Господь проявляет разные свои качества. But we should understand that one Supreme Lord Krishna, who is also known as Govinda, is the origin of everything. Но мы должны понять, что Верховный Господь Кришна, Говинда, он является источником всего. So the personalities like Prajumna and Aniruddha, these are the Lord's personal expansions. И такие личности, как Прадюмна и Анирудха, являются личными экспансиями Господа. And they're appearing to take part in the Lord's pastimes, to give pleasure to the Lord. И для того, чтобы доставить удовольствие Господу, они принимают участие в его лилах. Prajumna was sometimes called the son of Cupid. He is very handsome, very beautiful, and he's also comes into Krishna's pastimes. И Прадюмна, он был очень красив. Его называли сыном Купидона. Он также пришел, чтобы поучаствовать в лилах Господа Кришны. He is not simply a demigod. He is the Supreme Lord, and he's the expansion of the Supreme Lord coming from the spiritual world. И Прадюмна не просто полубог, он экспансия Господа, который снизошел из духовного мира. Okay, so we'll stop and ask if there's any questions. Мы здесь остановимся, и есть ли у вас какие-то вопросы? And Guru Maharaj, there are some questions in the chat. How we will do? Firstly, from the chat or orally, who are present here? You read them. Okay. Hare Krishna, accept my obeisances, please, dear Your Holiness. Thank you for this lecture. What is why Aniruddha? What was the cause that Aniruddha he married to the daughter of Banasura? What is the cause that he wanted to marry the daughter of demon Banasura? Well,
natural attraction was there, physical attraction. At the same time, he could make her a devotee. Ну, причина в том, что... А сейчас я спрошу вопрос на русском. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, ваше святейшество. Спасибо большое за лекцию. В чем причина, что Нирудха, экспансия Господа, женится на дочери демона? Это спрашивает Матаджи Карпура Манджари. И Махарадж говорит, что естественное влечение, ну, физическое влечение было там. И также он сделал ее преданной. Он хотел сделать ее преданной. He is allowing Usha to give service for the Supreme Lord. He is the Supreme Lord, and the duty of the woman is to please Krishna, to please the Supreme Lord. So Krishna came in the form of Anirudh. И Кришна пришел в форме Анирудхи, и задача женщины — это удовлетворить Кришну. All women are meant for the pleasure of Krishna. Все женщины предназначены для удовлетворения Кришны. One time, one professor came to visit Prabhupada in the temple in USA. Однажды один профессор пришел в храм Шрилы Прабхупады в Соединенных Штатах Америки. So this professor was professor of Indian studies, Hindu studies or religious studies. И этот профессор, он изучал и религию индуизма. So he said to Prabhupada, he said, how can you worship a god who is an adulterer? Who is adulterer? Who is like a lewd, a different woman, yeah? Or no? Yeah, they have many women. И он спросил, как вы можете поклоняться Господу, который наслаждается многими женщинами? If someone has more than one wife, then that is considered a crime in some countries. It is called adultery. I understood this word, yeah. И если в некоторых странах, если уже мужчины больше, чем одна женщина, то это называется прелюбодеянием. So then Prabhupada looked at the man and he said to the man, are you married? He said, yes, I have my wife. I have one wife. Then Prabhupada said, you are the adulterer. All women belong to Krishna. И когда этот человек посмотрел на Прабхупаду, Шрила Прабхупада спросил у него, вы женаты? Он сказал, да, у меня есть одна жена. И он сказал, ну, вы совершаете прелюбодеяние, потому что все женщины принадлежат Кришне. So Usha married Aniruddha because she's Krishna's energy and she's Krishna's prakriti. Her perfection is to give pleasure to Krishna. И Нирудха женился на Уши, потому что она его энергия. Она была предназначена для того, чтобы доставлять Господу наслаждение. So Krishna's grandson Aniruddha was given the pleasure. She was able to please him. И она могла удовлетворить его, дать ему наслаждение. It's not wrong. It's not what? It's nothing wrong. Ничего неправильного в этом не было. Because all women are meant for the pleasure of Krishna. Потому что все женщины предназначены для удовольствия Кришны. Еще есть какие-то вопросы? I see the hand of Vijayana Rasimha. Вот Vijayana Rasimha Prabhu, да? Харе Кришна. Меня слышно? Да, мы слышим вас. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, спасибо большое за лекцию. Вот, у меня такой вопрос. Есть ли какой-то вот смысл в том, что когда Господь Рамачандра приходил, Чатарьюха, они пришли как братья. То есть четыре брата, это было Чатарьюха. А во времена Кришны это уже три поколения. То есть есть ли какой-то в этом смысл, какое-то собой значение, или это просто так?
То есть вопрос в том, что есть ли смысл, что во времена господа Рамачандры получается четырьвьюха, ну, что-то я немножко не поняла, вот, честно говоря. Ну, они как братья пришли, то есть они на одном уровне находились, да, по старшинству. А, ага. А когда Господь Кришна пришел, то есть Кришна Баларама братья, причем ага. Баларама старший брат, а Прадьюмна и Нирудха – это уже поколение еще ниже, так не как дети, там внуки. То есть старшинство уже меняется. Uh-huh. Есть ли в этом какое-то особое значение? Окей, I did it understood very clearly, but he asks, Prabhu asks that when Lord Balarama, when Lord Ramachandra came, he had this Chaturyuha with him, and when Lord Krishna came with Balarama and his sons were like also like his expansions, and are there some connection, are there some sense in it? No. No? I don't know where. I've never had any real connection drawn to them, but Lord Krishna generally, when he comes for his pastimes, he does not come alone, but he comes with all of his associates and his expansions. Some are his expansions, some are his associates and friends. They all come together to take part in the Leela. Mm-hmm. Я никогда не слышала связи между этим. Когда Господь Кришна приходит на землю, то он приходит вместе со своими друзьями, да, со своими, ну, там, детьми, и вместе они участвуют в определенных лилах. So in Rama Lila they all come as brothers. But that was Vasudev. That was not Swayam Bhagavan Krishna. Lord Ramachandra is described as, he's identified as being Vasudev. И Господь Рамачандра, он, ну, не был как бы Кришной, да, он был Васудева, он пришел как Господь Васудева. But in Krishna Lila you have Lord Krishna himself, the original Swayam Bhagavan coming. And Lord Balaram is his first expansion. Но в Кришна Лиле Господь Кришна со своим Бхагаван, и Баларама — это первая его экспансия. And then from Lord Balaram comes Sankarshan, and then the other members of the Chaturvyuha. Из Господа Баларамы исходят Санкаршаны и также остальные члены Чатурвьюхи. Yeah. We see in the Gorgonadeshtapika the different personalities who come in Krishna Lila or who come in Chaitanya Lila, they're identified by Kavi Karnapur. И мы видим, что различные спутники Кришны, они также приходят в лилах Господа Чайтаньи, и их, о них рассказывает, да, и говорится в Кави Карнапуре. О них рассказывается в Кави Карнапуре. В таком произведении, да? Hare Krishna. Hare, I can't hear you, Maharaji. You can't hear, but I just keep silent, sorry. I translated what you told. Hare Krishna. Hare Krishna, do you hear us? Махараджа, do you hear us? А мы что-то со звуком у Махараджи, да? А, Hare Krishna. Это преданный, простите, Карнапур. Ага. Hare Krishna, да. Do you hear us? We hear you very well. Слышишь наш Махараджа, да, преданный? Я извиняюсь, да, тут вот написали, что Кави Карнапур — это поэт Вайшнав. Да, я перепутала, я так смутно помнила, что... Извините. Странно, да, мы же слышим Махараджа, он нас не слышит. Hare Krishna, да. Hare Krishna. Маджива Тишачи, что случилось?
Харе Кришна. Харе Кришна. Mm-hmm. Все хорошо, слышимость есть. Так. Хорошо нас не слышит. Can you hear me? Вы меня слышите? Yeah, we hear you. Да-да-да, мы слышим. Ага, они меня слышат. Yes, they can hear me. И Гуру Махараджа было слышно, переводчик. Да, да. Так. Угу. Давайте я выйду и еще раз подсоединюсь. Угу. Окей. Харе Кришна. Харе Кришна. Угу. Окей. Окей, Харе Кришна. Угу. Харе Кришна. We hear you. Угу. We hear you, Махарадж. Very nice. Do you hear us? Do you hear us? I can hear you. I didn't hear any question. Okay, okay. You finish with that question. Okay. And I have got another question from also another question. Please, can you tell, I will read in Russian firstly. Какое место занимают Шраванам среди других практик преданного служения, таких как карма, йога и остальных форм преданного служения, как киртанам, смаранам, падасеванам и так далее, по важности и преимуществу? Please, could you tell what place does Shravanam take among the in other practices of devotional service as karma yoga and in other forms of devotional service as kirtanam, smaranam, padasevanam, and so on, according to importance and according to importance? Yeah. Well, Shravanam, hearing, in karma yoga, the people are not doing any hearing. Karma yoga is all about work. Если мы говорим о карма йоге, то там человек не выполняет никакого шравана, он просто совершает работу, он просто работает. But then, if they hear, then that can elevate them to the platform of Jnana Yoga. Но затем, если они начинают слушать, то они возвышаются до платформы Jnana Yoga. They can come up. They can become more elevated on the yoga ladder. И по лестнице йоги они восходят вверх. But of course, Jnana, that knowledge, hearing, which they get from hearing, that knowledge will take a long time to develop. И то знание. Yeah, in Bhagavad Gita, Krishna said, many births, after many births, one will surrender to Krishna. И, но то знание, которое они слышат, им нужно много времени, чтобы это реализовать. Да? Господь Кришна говорит в Бхагавадгите, что им нужно много и много жизни для этого. So, generally in Krishna consciousness, we encourage people to do karma yoga in the beginning, because it helps us to become detached from the results of work. И в карма-йоге мы побуждаем людей, в начале сознания Кришны мы побуждаем людей заниматься карма-йогой, чтобы они не привязывались к плодам своего труда.
And it allows us to become attached to Krishna, because we're giving to Krishna. И это позволяет нам привязаться к Кришне, потому что мы слушаем о Кришне. With karma yoga, we do the work and then we offer the result to Krishna. В карма-йоге мы совершаем какую-то работу и предлагаем плоды Кришне. But with bhakti yoga, we surrender to Krishna and then we do everything for the pleasure of Krishna. Но в бхакти-йоге мы предаемся Кришне и делаем we surrender Krishna and offer after we first we surrender and then we offer the result. То есть мы предаемся Кришне, и потом мы предлагаем плоды Кришне. But karma yoga, we're attached to the work. We like to work. We're attached to working and doing particular things. But then we want to give the result to Krishna. That comes at the end. Но в карма-йоге мы привязаны к определенной деятельности, и потом только в конце мы предлагаем ему плоды этой деятельности. But bhakti-йога we're doing for Krishna. We'll do everything, anything Krishna wants us to do. Но в бхакти-йоге мы делаем то, что Кришна хочет от нас, то, что Кришне нравится. Сначала, да? In karma-йога person thinks, I'm giving to Krishna. В карма-йоге человек думает, что я даю Кришне. But in bhakti-йога devotee knows it's all Krishna's, it's not mine. I'm just giving what belongs to Krishna. Но в бхакти-йоге человек, он думает, что я просто отдаю то, что уже принадлежит Кришне. Ничего не принадлежит мне. So there's a big difference in the consciousness. Существует большая разница в сознании. The activities may be the same. Hearing, chanting, serving. Деятельность может быть та же самая. Слушание, мы слушаем, повторяем, воспеваем. But there's a different consciousness. Но разница в сознании. Doing for Krishna. Devotees understand it. I am the servant. I'm doing for Krishna. Преданный понимает, что я слуга, и я делаю это ради Кришны. But the karma yogi is thinking, I am doing this. Но карма йоги они думают, я делаю это. I am giving to Krishna. Я даю Кришне. Devotee knows it's all Krishna's. It's not mine. Nothing is mine. Преданные знают, что все принадлежит Кришне, ничего не принадлежит мне. It's my duty to serve Krishna. Это моя обязанность служить Кришне. Okay. Thank you so much. All right. Are there any other questions? Еще какие-то вопросы? Хладини, да, Матаджи? Матаджи, Хладини also rose her hand. Да, Хари Кришна, дорогие преданные Гуру Махарадж, примите поклоны, пожалуйста. Слава Шри Прабхупаде, спасибо большое за лекцию. Ну, не знаю, может, глупо будет задавать такой вопрос. Просто вот сегодня Гуру Махарадж тоже сказал, и в Шримад Бхагаватам читаем, что очень важно понимать, что Кришна — источник всех воплощений. Почему вот важно это понимать, что именно Кришна — источник? Почему такой акцент делается на этом? Такой вопрос. Dear Guru Maharaj, accept please my obeisances, and maybe it's a little bit foolish question, but I want to ask today in a lecture. I also heard it from my Guru Maharaj. Why it's important to understand that Krishna is origin of all incarnations? Why it's so important to understand that he is Svayam Bhagavan? Well. It's important to understand how he
everything has its origin, and that Krishna is the original origin of everything. У всего есть свой источник, да, и Кришна изначальный источник всего. People ask, you know, where does it come from? So everything comes from Krishna. Люди спрашивают, из чего все исходит, и все исходит из Кришны. So all of the different expansions and incarnations, they also come from Krishna, and we find in Krishna the perfection of all different qualities. Все различные инкарнации, они исходят из Кришны, и Кришна совершенство всех качеств. There, each of the different incarnations, they all have special features, but we find all of these things there in Krishna. И различные экспансии, они обладают разными качествами, но как бы все они включены, все они являются составными качествами Господа Кришны, да, то есть Кришна, он обладает полными качествами. All these different personalities and so many incarnations, there are as many incarnations as there are waves on the sea. И различные эти экспансии, инкарнации, они просто являются волнами в море. And all of these different qualities and pastimes and events which are taking place, they're all coming originally from Lord Krishna. И различные эти качества, различные лилы, да, они все исходят из Господа Кришны. So it's important to understand that Lord Krishna is the fountainhead. He's the original source of everything. Это очень важно понимать, что Господь Кришна, он изначальный источник всего. In the Bhagavad Gita, you will see in the 10th chapter, at the end of the 10th chapter, Lord Krishna describes all of the different amazing phenomena in the material world. И в конце 10 главы Бхагавад-гиты Кришна описывает различные удивительные феномены в материальном мире, явления этого материального мира. And at the end of the chapter, Lord Krishna said, there's no need for all of this detailed knowledge. There is no need of what? All of the details of this knowledge. You don't need all this knowledge. Yeah, yeah. И там Кришна объясняет, что нету нужды объяснять разные детали этого знания. You should just know that Lord Krishna pervades and supports the entire creation. By a single fragment, by a single fragment of himself, he's pervading and supporting the entire creation. Мы просто должны знать, да, что только одной своей частью Господь Кришна, он пронизывает все мироздание и поддерживает его. And that single fragment is called the super soul. И это называется сверхдушой. And that super soul is just simply one expansion, which comes from Lord Sri Krishna. И суперсол, I forget, I'm a bit tired. Суперсол — это сверхдуша, да? Сверхдуша — это просто экспансия Кришны. And similarly, all of the different incarnations, they're also coming from Lord Vishnu. И различные экспансии, они также исходят из Господа Вишну. And Lord Vishnu, his origin is from Lord Krishna. И источник Господа Вишну является Кришна. So sometimes people are not very intelligent and they say, where does Krishna come from? You say all of this is coming from Krishna, so where does Krishna come from? И иногда, ну, некоторые люди, они спрашивают, если все исходит из Кришны, то откуда Кришна же исходит?
You have to understand that Krishna is the origin of everything. He is the cause of all causes and the beginning of everything. Нам нужно понять, что Кришна – причина всех причин, Он – начало всего. You cannot go any further than Krishna. When once you come to Krishna, then that's it, that's the end. И когда мы приходим к Кришне, это является конечным пунктом нашего назначения. Нам больше ничего не надо. There's nothing higher than Krishna. Нет ничего выше, чем Кришна. There's no one above Krishna. Нету никого, кто находится выше, чем Кришна. All right? Хорошо? You have to think about it. And we have got also Vrindavan Lila, Mataji, she rose her hand. Yeah? Да, Mataji Vrindavan Lila. Hare Krishna, Guru Maharaj, собравшиеся преданные, примите поклоны, пожалуйста. А можно мне задать вопрос? Ну, такое сомнение сидит внутри. Если Харинама, например, не представлен ли на красиво, например, у нее нету там, ну вот у Киртани нету, например, каких-то талантов, пения или инструменты, очень плохо, ну, владеем. И внешне как-то вот для материалистов это не привлекательно. Примет ли Кришна эти усилия, и неужели вот такая харинама может удовлетворить Кришну? Харе Кришна, спасибо большое. Mataji has got such question. She has some hesitation inside. She has some doubts. For example, if we have Harinama and we don't sing very well, we don't have any talents, and our musical instruments, they don't sound very well. Maybe we also have notes not so attractive view. And how do you think could it be attractive for Krishna? Could such Harinama satisfy Lord Krishna? Well, if you're chanting the holy name purely, without offense, then that will satisfy Krishna. Ваше чистое воспевание святого имени будет удовлетворять Кришну. Без оскорблений. I translated. Thank you. Okay, yeah. The important thing is the chanting of the holy name, the elements of the kirtan. Well, that's all right. То есть самое важное — это воспевание святого имени, а вот все эти сопровождающие элементы харинамы, ну, как бы ничего страшного, все нормально, даже если оно так идет, как идет, да. Do our best. Мы делаем, мы должны стараться делать все, что в наших силах, самым лучшим образом. Krishna is pleased by the effort. Кришна удовлетворен нашими усилиями. It's not the elements so much, but the important thing is the devotion. Дело не в этих сопровождающих элементах, да, а все дело в нашей преданности. So it's nice you're trying to do something for Krishna, even though we may not be doing it perfectly, but the attempt is pleasing to Krishna. Это прекрасно, что вы делаете какие-то попытки, чтобы удовлетворить Господа. Это самое важное, ваше усилие. Just like if there's a fire in the house, if there's a fire in the building, then you want to warn the people to try to save them. But you may not speak the language, you may not know the language, but somehow you will try to save them. Это то же самое, как если в каком-то здании происходит пожар, и вы пытаетесь предупредить людей, убедить их, но вы не знаете языка, и вы как-то пытаетесь это им объяснить. Okay. Uh-huh. То есть, ну, самое важное — это ваши усилия, да? Uh-huh. And there is... Анна, Матаджи, помогите, пожалуйста, простите. А как понять, вот, что чистое воспевание? Ну, то есть тот, кто не может чисто воспевать вот на своем таком вот неофитском уровне, просто
Кришна тогда примет? Ну, если нет чистого воспевания, что он примет тогда? Просто усилия? And can you please could you kindly make it more precise? If I cannot chant purely, what Krishna should accept? Only our efforts to chant purely? Yes. Да, просто вот эти усилия воспевать чисто. In time, Krishna will make arrangements for you to chant better. И со временем Господь все так устроит, чтобы вы могли воспевать лучше. Just keep endeavoring. Просто продолжайте стараться, пытаться. And also there is one question in the chat and one question from the audience. How do you think, Maharaj? Have you got a time? Well, let's see, are the quick questions? Быстро. А какие вопросы сначала преданные из чата или же из аудитории? No more questions after this, all right? А, один вопрос и больше никаких вопросов. Ну, тут Карпура Манджари Матаджи уже задавала, да, вопрос? Вот Виджайн и Виджайна Росинка вроде пробовала. Преданный, ну подскажите, как лучше? Я вот не знаю, как вы скажете, старший преданный, я так сделаю.